идти? А. У меня начались каникулы. Хочешь как-нибудь завернуть? И сегодня делаю первое видео вот с Whole Food Store. Мы только что вышли из Каско. Один. Так, этот магазин, ой, наполнен просто отличными продуктами. Здесь фрукты, овощи, по идее, должны быть все органик, да? Кокосовое масло, вот здесь все, вот этот весь отдел идет с iHerb. Там, смотрите, спортивное питание, и женское здоровье, мультивитамины, и так далее, и косметика, и парфюмерия, и шампуни, и кондиционеры. Но вот это вот очень смутно мне напоминает правильное питание. Вот это вот 22,99 стоит, вот эти вот большие красные. Эти 29,98, не красные. А эти 20,99. И вот помельче 11,99, да? Икра 89,99. Осетровая. Икра 16,99. Pork Irish. Wow. Chicken sausage spicy Italian. Yes. 80% на 4,99, 5,99 за фунт. Вот это что? Это chicken. Или вот смотрите, pork sage, breakfast sausage. Уже со специями приготовлены. Здесь же можно посмотреть кофе. Разный. Везде написано органик, естественно. Дальше чаи пошли туда. Вот чаёк, конечно, я бы хотела бы. Two leaves. Yes, I'm here. На этой стороне crackers, да? Тут смотреть нужно, что вы хотите. Какие именно. Вот, манго, халапино. То есть манго с... Эти халапино, это с, такой острый перец очень. Is it the flour or what is it? Like a little bit of everything. Cornmeal, flour, just anything. They even have buckwheat flour, millet. Oh, potato starch. You remember I can find it? Bag of it. Yeah. Very thing in our cabinet right now. Yeah. Buckwheat. Buckwheat flour. The гречневая мука. I don't see the corn. Barley pearls is what I was looking for. Как я опять забыла по-русски? Не овсянка. Перловка. Господи, обыскали все магазины, купили три разных, они все не то. И говорю, это не тот вкус. Не, я не вижу перловку. Вот сейчас я стою, смотрю на шоколад. Это все шоколад. Разный по проценту какао. В основном черный идет, темный шоколад. Некоторые из этих у нас продаются прямо в обычных магазинах или в Walgreens можно найти. А в основном, конечно, основную массу у нас нет таких. Я в прошлый раз пробовала какой-то один, и я уже не помню, какой это был. Можно начинать сначала. Это, знаете, если вы всегда сюда ходите, наверное. Вот у нас батончики. Ага. Это все масло. Я вижу red wine vinegar. This probably where we can find it. Look. Rice. Barley, it's Italian barley. It's Italian barley, pears and lentils. Я же говорю, перловку пытались найти, чуть ли не на русском магазине хотела. Я варила суп, рассольник,
И кинулась, а у меня перловки нет. И нашли мы искать по нашим магазинам. Все, что мы находили, это так, чушь, конечно, а не перловка. What is this? What is this? The cream cheese or what? This. Tofu, that's a soybean stuff that Japanese put in there to cook it. No, what? А, ну вот это вот азиатская эта часть. Organic, it's fine. Боже мой, сколько всего. Как это все можно перебрать? И специи. Молочные, яйца, йогурты. Творожок, сметанка. Здесь, конечно, хорошие кефиры можно купить. Но тоже вот это Life Away, я пила такой вот кефир, вот этот. Да, это обыкновенный, без всяких там добавок. Хорошая вещь. Больше люблю с blueberry, но там он более сладенький, такой сладенький, если понимаете, это больше калорий. Соки. А это coconut, кокосовое молоко. Но здесь много разных, видите, almond milk. Соевое молоко. Смотрите, какое молоко. DHA омега-3. Fat-free milk. Support brain health. О, вот это бы я сейчас прям ложкой бы ела бы оттуда. И коллекция сыров. Мама дорогая. They have chicken tortilla soup, марокканский, да? Clam chowder, sweet cream tomato. Не, не люблю томатный суп. Squash soup. О, lobster. Диски. Выглядит очень вкусненько. Овощи на гриле. Там такой салат-бар, вообще суперский. И теперь мягко перехожу к неполезной части. Это всякие вкусности. Посмотрите на вот эти вот ужасные вещи. Вот здесь приходится себя держать, конечно, очень сильно. И тортики. Я купила 1 фунт. Купила фарш говяжий, 1 фунт. Он стоит ровно в 2 раза дороже, чем Коска. Ну, просто интересно, какой он там будет по вкусу. Поехали дальше. Так что вот магазин Whole Foods Market. Мы, как обычно, в своем любимом месте сели в баре. Там какой огромный выбор, вот что-то, допустим, даже тоже пиво, да? И я всегда все равно... Гиннес. Муж у меня любит еще IPA. Не, но он более такой, знаете, супер разнообразный. А я вот нет. Мы приехали в еще один шоппинг-молл. И вот сейчас я пойду именно в Marshalls. Это наше все. Я надеюсь, что там можно снимать. Потому что в других магазинах я даже камеру не вынимаю. Даже не пытаюсь. Я смотрю, они уже готовы к Пасхе. Ой, какие, смотрите, интересные тарелочки с кроликами, зайчиками. О, вот это для яиц, смотрите. Класс. Кружка большая. Сначала посмотрю, что здесь у нас по обуви.